Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Российская актриса Виктория Лепко рассказала о страшной трагедии, которая приключилась с ее семьей. Жизнь и судьба 80-летней советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Виктории Лепко полна ударов и трагедий. Но она все равно благодарна Богу за все, что он дал ей пройти. Актриса похоронила первого супруга, сына и 8-летнего внука. В живых нет никого из ее семьи, кроме второго мужа, физика Владимира Жихарева, с которым она вместе уже почти 40 лет. Первый муж Виктории Лепко Борис Рыжковский погиб в авиакатастрофе под Харьковом. Тогда супруги переживали не лучший период в своей жизни и часто ссорились. Трагедию актриса пережила с трудом, она заикалась 3 месяца и потом 10 лет не летала на самолетах. К сожалению, это была не единственная смерть близкого, которую пришлось пережить Виктории Лепко. С 8-летним внуком Егором произошла страшная трагедия. Он погиб под колесами автомобиля. Не знаю, как мы это пережили, это был ужас для всей семьи. Мы держались друг за друга. И это всех спасло, рассказала Виктория Лепко. На этом смерть не отстала от убитой горем женщины. Единственный сын Виктории Лепко, Антон, заболел раком и скоропостижно скончался в возрасте 52 лет. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.